Hey you guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названием Человек-паук 2 видеогейм. Так, я хочу на машине прокатиться, стоять. Все, такси меня отвезет как раз до места встречи, в следующей миссии. О-о-о, не-не-не, тихо. А, это типа уклонение, если что. Телепортация машин. А меня не завезли. Ты мне так и не перезвонил вчера. Прости, я помогал моей тете. С ней все в порядке? Да, ее взяли в заложники в банке. Эй, мою машину угнали! Оставайся здесь, я найду телефон и вызову полицию. Питер Паркер, ты очень странный парень. Да-да. А еще он не полигональный. Можно паутину найти, за которую можно зацепиться? А ну, смогу? Да, конечно, смог. Что-то тут нечисто. Парни, вы знаете, что делать? Пума, с каких это пор ты занялся угоном машин? У тебя хватило глупости пойти за машиной и угодить прямо в мою ловушку. Взять его! Ну, как вы видите, у нас уже с вами известны три босса. Это Пума, осьминог, носорог. Когда будете устраивать засаду на кого-то, сначала проверьте, что он не супергерой. Так. Что-то есть тут у нас? Нету, хорошо, погнали дальше. Ну что, поговорим? Нет, не успеем. Не будем терять время, паучок. Продолжим, если ты еще в состоянии. Так, он уехал. Не открывается. Хорошо, побежали вверх. Нет, нас... сюда. Воу-воу-воу-воу. Хорош пулять меня. Распулялись они. Видите ли. Так. Хватайте его! Погнали вниз. Держите, гада! Паука от меня прячете? Так, вверх, 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 вверх. Пафосно проходим игру. Спидраним, вспоминаем детство. Сейчас я разберусь с пауком. Сейчас я разберусь с пауком. Сейчас я разберусь с пауком. Так. А, миссии. Тейк. Что-то там. Пут. Спайдермен. Помочь хорошему доктору осьминогу Октавиусу. That I love here. Что-то не пойму. Ну, короче, и пойти купить еды. Планы у него какие. Так, снова идем вниз. Держите, гада! Ну давай, человек-пук! Смешно, 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 человек-пук. Ха-ха-ха! Ха-х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 а! Шутки, шутки. Логово обнаружено, грабители задержаны, а время еще даже не обеденное. Согласен, 4 минуты. Проблемы только начинаются, Человек-паук. Так, Пума. Рост 6 фунтов, 2 дюйма, вес 240 фунтов. Настоящее имя Томас Фейрхарт. Рост, рост занятий, наемный убийца, президент компании Fireheart Industries. Место рождения Харсдейл, Нью-Мексико. Так, семейное положение, холост, образование, степень МБА.
сила. Может поднять 10 тонн. Почему они все поднимают какие-то тонны? Тот 80 выжимает, тот 3 поднимает, это 10. Зачем стил в тоннах? Так, сильные стороны. Так, развитые органы чувств и сверхчеловеческая рефлексия. Такие же, как у Человека-паука. Великолепно владеет боевым искусством и акробатикой. Слабые стороны. Не привык сражаться с супергероями. Лови. Ловил. Сдавайся, Человек-паук. В следующий раз я не буду таким вежливым, Человек-паук. Сдавайся, Человек-паук. Он меня немного разрушает. Ты меня утомляешь, паук. Это ты меня утомляешь. А сейчас ты должен упасть, Пума. Ты что, сценарий не читал? В помещении ты неплох. Посмотрим, каков ты на улице. Тупый мужик. Так, вперед. Сразу отхилимся. Там больше у нас ничего ж, да, нету? Нету, ладно. Побежали тогда. Ай, черт. Выбрались на уличку. Не меня ищешь? О, ты сбавил темп, Человек-паук. А я даже не дрался в полную силу. Давай же! Умотал он говнюк. Погоним. Ну? Сдавайся, Человек-паук. Вот что это было? Что я сделал? Нанес ему урон, но урон не прошелся. Что за фигня? Убегай, убегай. Пума. Ты меня утомляешь. Ты повторяешься. Паук, нравится? Мне не нравится, что ты повторяешься. Ты куда? Уже уходишь? Мы же только размялись. Тебе конец. Готово. Не будем терять время, паучок. Продолжим. Если... Ну что, Пума, сделаем так, чтобы тут стало чище, чем когда мы пришли. О, походу это доктор Осьминог, да? Похож на доктора Осьминога. Но это не факт. А там у нас Человек-паук изображен. Обязательно за ним бежать мне? А, у меня же стоит, ждет, все. Так. О, паучок. Ну, пауков я наврали, все соберу, ну. Все же что-то я, может быть, и соберу. Конечно, не факт. Неплохо. Для насекомого. Умотал, парень. У меня паутины нету, чтобы зацепиться, а. Сдавайся, Человек-паук. Все? Сдавайся, Человек-паук. Лови.
Хорош. Неплохо для насекомого. И меня утомляет. Зачем он повторит одно и то же? Томас Тертяк. Сказал он. Вот и мы опять. Та-да, строечка. Так, о, бандюга. Как они надоедают оскорблять? Человек-пук. Человек-пук, человек-паук. Так, стоять, что по бандитам? Брэд Ванюшкин осужден за пренебрежение чистоты зубов в особо крупных размерах. Эдин Тик-Ток. Так, перевел городские часы на час назад. Причем в очень перехода на летнее время. А, я не думаю, что я буду бандитов больше собирать и где-то буду их искать. Так, ХП. Сразу отхилимся. Пума, там лол ХП остается у нас. И я прибыл, но Сади, где вообще проход? В какой щель он залетел? Я не могу понять, куда он залетел. Блядь. А ну, полетаем, посмотрим. Где-то внизу. Но снизу прохода нету. Так, ладно, где мы бежали? Мы бежали здесь. Он куда-то туда наверх рванул. Откуда? Непонятно. А здесь его искать фиг найдешь. О! Ты здесь все время был? Пум. Как ты здесь вообще оказался? Сюрикенчик херов. Херов. Сюрикенчик. Пума, я иду к тебе. Я тебя понял. Сейчас все будет. Куда мотал? Ему уже даже урона не наносится за это. Ну я тут. Пытаешься справиться со мной, Человек-паук? Топка запросто. Нравится. Так как я все равно просто фит и урон. Ладно, ладно. Я
остаюсь. Ты выиграл, Человек-паук. Все это время ты дрался со мной, вместо того, чтобы защищать свою подружку. Сейчас приду. От чего ее надо защищать? Что ты ей сделал? Кто я? Ничего. А вот Док. Ок. Я туда. Все, не убежала у нас Пума. Что-то не так. Надо добраться до Мэри Джейн. Та-да. Где ты? Ты сказал, что вызовешь полицию, но здесь никого нет. И как ты угадал? Я еще полицейский. Ты бы так же поступил на моем месте, верно? Где ты вообще находишься? Мэри Джейн? Алло, Мэри Джейн? И слышите звук вот этого ящичка? Ящичка с бонусами. Так, ладно, в принципе, у нас дальше другой город, другая часть города, поэтому... Давайте, я думаю, на этом остановимся, да? Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.